И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня, допустим, W19, продолжение карьеры, предыстория, одной из предысторий Фредди, как он стал великим. Давайте начнем с прокачки самого Фредди, и время, куда перемотать, чтобы продолжить историю, вы, наверное, уже видите, какие ранее. Кому интересно, как качаю Фредди, собственно, милости просим. Та-та-та, чтобы мне время. Опять-таки, хочу два реверса. Где тут самые ближайшие два реверса? Два реверса тут не близко даже совсем. Да, тут вообще, кстати, реверсов больше нету в этой, в левой строчке. Что печалит, очень даже печалит. Реверсы тут действительно только демедж от реверса есть, но самих реверсов тут и нету. Ладно. Очень печально. Можно как-то быстрее все промотать? Нельзя так. Так, давай уберем сюда, чтобы не попадался. Вот. Вообще, что идеальная траектория. Здесь вот есть моментум, но нету реверсов. Нет, и вот, все, есть реверсы здесь. Ну, сюда, конечно, дорога просто безумная. А, вот и... Во, все, значит, сюда идем. Еще реверсы, тут полно... Так, значит, качаем эту степь. Страйк, это спиды, это спиды. Так, а как к нам к реверсам попасть-то? Да никак, нам нужно качать левую часть. Понятно, и мы качаем реверсы. Хорошо, просто бездумно качаем левую часть. Мне сейчас очень нужны реверсы. Если будет 75, то, скорее всего, 4 реверса будет. Если будет 4 реверса, то все. У меня игра уже, можно сказать, выиграна. Хотя я и с вами, как вы видели, очень даже неплохо справляюсь. У нас нужно и легенда, хочу заметить. Но все-таки. Лишним 4 реверса уйдет как-нибудь. Качаем, качаем, все, качаем. И страйк реверса. Тоже, кстати, полезная штука. И спиды, то бишь скорость, и реверсы, то бишь реверсы. Бам, все, 75 реверсов у меня. Что значит то, что я сейчас не просто непобедимый. Так, ну и это реверсы пока что не особо-то и вижу смысла. Давайте тогда поднимем немножечко атаку. Нет, не техникам сабишно. Ну, соответственно, да, качаем это, потому что выхода у меня все равно нету. Чтобы пройти дальше, нужно немножечко качаться и в сабмишн. Хотя это немного неправильно, потому что не мой это стиль, но кто ж меня спрашивает. Собственно, все верно, мы суперстар, идем в мейн-эвент, все сопоставляется. Grapple Offense берем. Это хорошее, это урон от захватов. Еще 4 монетки, 3 монетки у меня осталось. Берем силушку богатырскую, чтобы ломать просто как великие ломали. За 2 монеты, даже не знаю, можно вкачаться в... А давайте и то качнем, собственно, почему нет. И это качнем, и то качнем. Потому что и сигать сильно это мощно, и бежать сильно тоже очень даже мощно. А или может... Нет, спрингборд... либо спрингборд. Вот здесь тоже сложно, здесь мне все нужно. И реверсал офренс тоже нужно. И раннинг офренс тоже хорошо бы. Давайте что самое мелкое. 57, 41. Берем вот это. Будем на бегу чуть сильнее хреначить. Отлично. И на этом мои полномочия все, закончено, отлично. Так, сколько у меня здесь? Здесь у меня их 6 аж, 6 штук. Ну, раз уж их 6, давайте что-нибудь докачнем. Гениально, да? Например, что, вот это что? Вот давайте в дэмэдж пойдем, чтобы сильнее хреначить. И заодно и рич рейндж поднимем. Так, и теперь будем просто убивать будем. На сколько процентов больше? На 7%, представляете? На 7% больше дэмэдж будем носить. Это же просто что-то невероятное. Давайте еще сразу еще дэмэдж поднимем. Зачем нам спид или что ты поднимаешь? Ну да, это персеки, да, опять на ту персек больше. Нет. Вот это, кстати, Grapple Motion Speed тоже, кстати, довольно-таки достойное улучшение. И его мы тоже, собственно, возьмем. Так, дальше что нам предлагают качать? Давайте посмотрим. По-моему, уже почти что все дерево закончил. Нет, даже не близко. Ладно. Так, ты что? Это, ага. Ага. Ну и все, больше тут ничего полезного нет. А, у меня и монета, собственно, нет. Все, закончили. Погнали. Так, еще нет, еще не история, еще сообщение. Что нам читает Baron Blade? Unbelievable, действительно. Понятно. Я не Бас, я Фредди. Пора бы уже запомнить. Да, спасибо. Кол, все меня поздравляют, все говорят, что красавчики, это и без вас знал. Погнали! На SmackDown Live, просто в мейн-эвенты ворвемся, как и всегда, ворвемся и закрепимся там очень сильно. Кто сейчас интересный чемпион SmackDown? Вопрос, конечно, интригующий. Возможно, в скором времени может стал хренёбся чемпионом.
Look, I just wanted to say maybe I could have shown you a little bit more respect in the past. You obviously proved in Japan that you deserve it. Hey, don't worry about it. I know you got the whole rookie treatment when you first got to WWE too. I definitely did. Maybe I was just doing the same thing to you without even thinking about it. We're cool now though, right? I don't know why John Cena is here, but I do know that Buzz will be in action coming up next on SmackDown Live. Если я правильно понял, сейчас AJ Styles будет сражаться с Джоном Сина, а я буду просто буду, видимо. И что же нам приготовит Дио Брайан? Ну, либо не Дио Брайан, как мы поняли, Triple H главенствует над Дио Брайаном, и Дио Брайан покорно скажет, как скажешь, босс. Против Айден Айнс? Вы что, серьезно? Я? Кто нагнул Шинсуки и AJ Styles против Айден Айнс? Это позорище, господа. Это просто позор. Я не хочу с ним сражаться. Вот если бы я был, мог бы выбирать, я бы просто бы стулом отхреначил. Вот что бы я бы с ним сделал. Ladies and gentlemen, WWE presents from Chicago, Illinois, the Maestro of Mayhem, the Picasso of Pain, the Rembrandt of Rage, the Drama King. Right here in наконец-то он закончил выходить. Довольно-таки долго была эта группа. Вот так. И что же, Руси вмешается в наш матч? Мне кажется, он... Три реверса? Серьезно? Нет, жаль. Я думал, что 75 точно хватит на 4 реверса. Ну, нет, так нет. Значит, нужно 80. Окей. До 80 реверсов я, видимо, вообще в жизни не найду. Там реверсы такая редкость, что просто охренеть. И да, Русев не вмешается. Это значит, будет обычный матч 1 на 1. Совершенно неинтересный, потому что 1 на 1 это не топ смакдаун, как мне обещал Дио Брайан. А тогда победил в том трипл трете. Я вот что-то топ... Это не топ смакдаун. Это даже... Это топ, возможно, с конца, если смотреть. То, скорее всего, да, это будет топ, но только с конца. Но это позорище, господа. Я очень опечален данным матчем. Я вообще не расцениваю Адена Инглиша как что-то серьезное. Фредди даже не будет стараться что-либо показывать, он просто его нагнет, безусловно. Но будет делать это без удовольствия.
А когда Фредди дерется без удовольствия, это выдается не самый лучший матч. Хотя, опять-таки, Рандрак никто не отменял. Но! Фредди просто обозлен. Обозлен то, что ему дали такого плохого противника. На! Вставай, сражайся, как мужик. Вставай, сражайся. Молодец. Теперь ложись. И лежи, как мужик. Все. Все, все, Эдди уже отъехал. Дайте мне Джону Сину. Хочу победить Джону Сину. Говорит Фредди у себя в уме, но побеждает пока что Эдди Инглиш с помощью Хурикан Ран знаменитейших, собственно, Фреддиса. Ну что, Айден, ты уже жалеешь о том, что вышел против меня, против новичка, который в этой кампании около 2 месяцев всего, но уже раздает люля и Стайлзу, и Шинсуке, и скоро до Рэнди Ортона доберусь за его плохие делишки, что он со мной сотворил. Аркио провел, за него я потерял свой первый пояс, пока что единственный. Но это очень печально. Кстати, а что такое охренительно большой один? Ладно, давайте сделаем. Сделаем один из козырных приемов Фредди, бомба Сапрона Ринга. Бам! И сразу же принимаемся ему за его ноги. Он так огромный, натя! Ну что, вставай, нюх ты, оттолкнул. Чё ты мою ногу пинаешь? Если ты бы ее сломал, ты понимаешь, что ты вообще сотворил? Иди сюда, скотина голосистая. Натя, натык на канаты и спрингборд-драйвер. Что же она покажет Фредди? А Фредди нам покажет дропкик в спину. Ну все, давай, что, феймос? Нет, не феймос. Зачем нам феймос, когда сядет на ногой ДДТ? Да, и добивочка. Мажорном Ицигири, который ты не заслужил, но вот хочу именно мажорнике добить хоть что, хоть вишенка на торте, скажем так. Мажорный Ицигири точно в цель! Раз. Два. До свидания. Вообще не почувствовал, прям аж противно было этот матч играть, вообще неинтересно. Так, что-то будет сейчас. А что же будет? Может, Руси выйдет такой? Ёпта! Нехорошо так поступать. Давай еще один матч со мной, я его тоже нагну. Это не Русев, это Джон Сина. Вот да, у меня тоже не понимаю, нахрена он вышел вообще. Take it easy, partner. I'm not out here for a fight. At least not yet. I'm here because I've heard all the buzz. You gotta see this guy who's blowing up on the indies. You gotta see this guy who invaded NXT and stuck it to Triple H. You gotta see this guy who won the US title and defended it in an open challenge week after week. I wonder where he got that idea. You gotta see this guy who went to Japan and beat Nakamura and AJ Styles in the Dome of all places. Now most people would get caught up in all that, but not me. You see, I've been around for a while. And so many times I've heard all the buzz, and then when it comes time for me to actually see what's behind the buzz, it doesn't measure up to the hype. So I'm out here tonight because I want to know, do you measure up, Buzz? Ну, хоть что-то. Спасибо, хоть какой-то выбор мне дали. Не понял. Сина need to prove he still measure up. Это, видимо, более хилское. Типа, Сина должен доказать, что он еще measure up. Либо want to face Сина to prove, чтобы доказать, что... А, нет, Сина должен доказать, что он measure up. Понял, ты. Тоже мне дерзкий парень. I can't believe you came out here
say everything you just said about what I've accomplished, and then still question whether I measure up? I think the question you should be asking, John, is whether you still measure up. You said it yourself, you've been around for a while. Some people might even say you've been around a little too long. Now don't hide behind that statement. If you're one of those people, say it to my face. You're past your prime, and I'm just getting started. Okay. So you think I need to prove to you that I measure up? Well, it's clear we're not going to settle this difference of opinions with words. But it just so happens that we have a show coming up called SummerSlam, and I currently don't have an opponent. So how about you and I step into the ring and go one on one? After that, all our questions will be answered. After SummerSlam, the next thing you're going to hear people say is, you gotta see this guy who absolutely destroyed John Cena. I guess that's a yes. Wow, what a match that is going to be at SummerSlam. Эта рука у тебя скажется немного в другом месте после нашего матча, Сина. Ты боишься меня? Конечно, ты боишься. Я знаю, все боятся Фредди. Неудержимого Фредди, который вот Джон Сина перечислял все мои регалии, они все были правдивы. If anyone knows anything about having immediate success in the WWE, it's me. After all, I was the youngest world heavyweight champion in history at the age of 24. But unlike you, Buzz, I didn't rely on cheap gimmicks like viral videos or invading someone else's show to make it to the top. No, I did things the right way. But that's not what gets rewarded these days, is it? No, now you get hot on the indies, show up, win a few matches on SmackDown, then get handed a main event match in one of the biggest shows of the year. Well, I am sick of it. I am sick of it. I should be facing John Cena at SummerSlam, not you. That is my spot. А Фредди не будет ждать, пока кто-то будет с ним базарить. Фредди сразу выходит и делает свои дела. Look, I can give you an entire list of reasons why I'm facing John Cena at SummerSlam. But instead, let me give you one reason why you're not facing Cena. Because we've seen that match over and over and over again. The WWE Universe wants something new and exciting. Not Cena versus Orton, part 589. I don't give a damn what the WWE Universe wants. Yeah? Well, I do. And since we have unfinished business after you cost me the US title, how about we give them a match they've never seen before? You versus me, right now! What's in it for me? The chance to prove everything you just said about me. That's fine. But I was thinking more like if I beat you, I take your place in the match versus Cena at SummerSlam. Do you want to shut up all the critics and earn your big main event opportunity? Or do you want another handout? All right, to prove to you and everyone else that I've earned everything I've ever gotten, I'll put my spot in the SummerSlam match on the line. That's great. I look forward to taking it from you by giving the WWE Universe something they have seen before. Me hitting you with an RKO. Это охренительно, господа. В общем,
Рэнди Ортон начал плакаться, то что Бас, он же Фредди, недостоин матча против Джона Сина на SummerSlam. Я вышел и сказал, ёпта, я достоин, а ты недостоин. Тем более, все уже видели по миллион, да миллион раз матч Джон Сина против Рэнди Ортон, и публике это не нужно. Рэнди Ортон сказал, мне плевать на публику, я хочу снова нагнуть Джона Сина, а я такой, мне не плевать на публику, им нужно шоу. И вот оно шоу началось. Ох, что-то чувствую я, какие-то вмешательства будут, раз уж я должен ему втащить, когда он будет красный, а не просто взять и победить. Не получилось. Ладно. Неужто я не смогу выставить против Джона Сина на SummerSlam? Как быстро, однако, идут события, да? Хотя нет, SummerSlam летом, по-моему, все верно. То есть два pay-per-view и SummerSlam, ну не знаю. Хотя я не знаю, когда я ворвался-то на самом деле. Я думал, я после WrestleMania ворвался, а не факт. Ать! Как насчет? Нет, Рэнди, на тебя не хочет Рэнди получать по щам, оно и логично. Дропкик от Рэнди Ортона, ни хрена ж себе, ты что вытворяешь? Рэнди, ты так не делаешь, кого ты пытаешься наипать? Ты чё делаешь, животное? Хладнокровно, нехорошо меня отталкивать, я же Фредди. Фредди никто никогда не отталкивает, Фредди сам всех отталкивает и дает им в живот, еще раз в живот. И добивочка, на! И да, теперь добивочка, что называется, полная. В виде ноги, ноги и ноги. Чё ты не упал-то, а если я так сделаю? Если я так сделаю, он после отсоветит, я понял. Рэнди, ты куда? Ну, Рэнди, чё ты убегаешь от меня? Я же тут стою, я тебя жду, Рэнди. Ну, это классика, классика от Фредди. Ну, так на канаты и дропкик в спину. Бам, хорошо, зарядили. Просто выстрелили сейчас в Рэнди Ортона в упор, расстреляли его тело. И вот что, видите, тут даже Рэнди говорит то, что мне не плевать на зрителей. Он понимает, что зрители делают гонорары всем рестлерам, всей компании, гонорары да, в частности ему. И Фредди знает, что лучше для людей, для зрителей. И если вдруг настанут те времена, когда он сам станет управлять шоу, мало ли, что может произойти, то вот, мне кажется, да, и это вот он как раз таки показательный момент, то, что он будет работать для зрителей, не для каких-то там рестлеров, а именно для зрителей. Хориган рана удачная. Рэнди, вставай, куда ты вставишь, я пошутил. ДДТ! Ух, какой же бешеный DDT. Такой неуклюжий, но такой мощный. Давай еще раз. Давай на бис, на бис, на бис. На еще. Время сигануть. Мунсолт еще убийственный. Просто убийство только что было для Рэнди Ортона. Ну что же, Рэнди, хочешь получить немножечко по щам в виде феймасера? Бам! Я хочу его удержать прямо сейчас и прямо здесь. Ну-ка, удержание. Раз, два, даже двух не было. Вырвался Рэнди Ортон. Ну ты же понимаешь, Рэнди Ортон, то, что никто не хочет видеть тебя на SummerSlam вообще. Не только против Джона Сина, а вообще. Ты можешь там не появляться DDT снова. Какой же бешеный DDT. Это просто убийство. Иди сюда. Не хочешь такой DDT, получишь такой DDT. Бам. Ну что, я думаю, настало время мажорной инцигири, да, все-таки. Тут все к этому идет. Мажорная инцигирька. И позерство инцигири и удержание. Да в смысле? Так нечестно. Да, хорош. Дропкик. Ху, слушай, это было круто. Стайлс, красиво, брат. Я тебя запомню. Катер, вот я тоже могу катеры проводить, Рэнди Ортон. Не ты один такой уникальный. А ну вставай, ублюдок. Хочешь еще один катер? А вот хрен тебе, ты получишь Хурикан Рану. Потому что я не специалист по катерам, я специалист по Хурикан Ранам и ДДТ, что называется, ногами. На, вдыхло, еще один. Нет, еще один. Так, давайте сделаем один из моих приемов, которые никогда Рэнди Ортон не сделает, а именно хип-тос такой, или армдрак. С помощью третьего каната. Рэнди Ортон, ты как? Рэнди Ортон загрузился немножко. Рэнди Ортон, тогда давайте взбодрим некбрейкером. На тебе! Ну не хочешь вставать, Рэнди Ортон? Конечно, не хочешь вставать. Опа, наступили. Вставай. Ну встань, ну что ты сразу вставай и делись. Не хочешь у нас, Рэнди Ортон, вставаться, значит, поднимем мы его под овации толпы, чтобы сделать одноногое DDT. Обхватили. Опустили. Так. На тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рэнди Ортон. Бэк суплекс от Рэнди Ортона.
Так. А где же твой камбэк? Где же камбэк? DDT с Канады от Рэнди Ортона. Он тоже показывает, что он знает, что такое DDT. Бам! Ну, надо дать ему должное. DDT он проводит очень даже хорошее. Так, и что, неужто он захочет сделать прям... Ты серьезно, ты будешь меня удерживать? Как RKO? Ну, конечно, RKO мы увидим, потому что Фредди после ДДТ вырывается на раз-два буквально. Ать! Думал все, а вот нет. Инцигири мимо! Нет, не надо, не надо. А, да чё, думал все, а вот нет. А как насчет удар ножницы, удар палача или же экзекуция? Ну, судья, раз, два. Чего? Казнь палача не убила Рэ... Слушайте, а гадюка-то живучая покопалась. Мангуст еще не убил ее. Ну, ничего страшного, мангуст уже близок. Мангуст близок. Казнь палача была произведена, но не до конца. Канаты сейчас спасли Рэнди Ортона, конечно. Конечно же, нет, но все будут думать, что именно так. Эх, Сикей, башка так и не удалось. На! На! Давайте на второй, на третий канат усадим. По своей воле ты там никогда не окажешься. А так хотя бы мы тебе с тобой что-нибудь да сделаем. Только вот тоже сделать Фредди с Рэнди Ортоном, это вопрос интересный, мы на это никогда не узнаем. Так, ух, это бросок Олимпийца. Который Фредди не почувствовал. Ох, фейспресс. Рэнди Ортон просто душит Фредди, не позволяет ничего ему сделать. А если еще раз? На, и все-таки камбэк проходит от Фредди. Два раза ему пришлось вейкапить, чтобы пройти этот долгожданный камбэк. Опа, спрятался, и хай-кик, но! Рэнди Ортон, не лови меня, спасибо. Хурикан рана, нет, бомба от Рэнди Ортона. И удержание. Раз. Вырывается Фредди, все еще держится Фредди. На коне этот парень не сдается перед гадюкой. Так, это не Аркио до сих пор, я удивлен. Я думал, Рэнди Ортон умеет только Аркио выдавать. Так, теперь он меня на третий канат усадит, либо что-то просто в углу сделает. Просто, нет, на третий канат, посмотрите-ка. Видимо, Рэнди Ортона обидели мои слова, то, что он только ничего не умеет с третьего каната. Но так оно же и есть, потому что снова казнь палача не проходит. Апперкот. Так, и что, снова? Чоп! Ой-ой-ой, какой болезненный чоп только что был от Рэнди Ортона. Че, отдыхаешь? Да, устал, конечно, старикашка. Поднимай, зачем ты нас... зачем ты меня поднимаешь? Опусти меня, я хочу полежать. Так. Нет, это не DDT, просто удар по спине. Давай DDT-шку сделаем. Мини-хуриканрану, она же. На! Ух, как воткнулся сейчас Рэнди Ортон болезненно. У него голова уже бордовая, все, у него головы просто нету! Ну где же? На тебе, что ты за меня замахиваешься тут? На тебе бэкстабер за это, замахивайся тут еще. А ну вставай! Вставай, Рэнди Ортон, мы с тобой еще не закончили, мы должны с тобой закончить прямо здесь и сейчас. Потому что ты меня взбесил, ты не достоин SummerSlam'а, понял ты? Ты достоин только одного, одноногого DDT. Опустили! По-моему, это до свидания. Тут даже добивать его не надо, потому что это очевидничка нет. Раз. Два. Рэнди Ортон, что же ты вытворяешь? Неужто мне придется тебя казнить? Прилюдно казнить гильотины, что называется. И казнь гильотины. Гильотина палача прямо здесь и сейчас. Вы увидели только что отрубание головы Рэнди Ортона. Раз. Два. Три. Все-таки казнь это убийство. Убийство, после которого даже гадюка не смогла убить. Хороший матч, мне понравилось. Ну и все, он хорош, конечно же, благодаря Фредди, который просто затащил весь матч. Но все-таки первая казнь палача, которая не увенчалась успехом, что удивительно, но все-таки. Так, и что же нам еще поведет Рэнди Ортон после того, как мы просто его унизили в ничто? Ничего, тут не будет никаких вставок, просто Фредди повеселится и все. Или все-таки кто-то меч появится там. Нет, никто не появится. Ну ладно. Нет, так нет. Погнали дальше. Мне кажется, Triple H и Рэнди Ортон уже просто вне себя от злости и от негодований, как такое может быть, что какой-то новичок просто тащит всех и вся. Потому что это Фредди. Фредди, кто восстал из пепла.
попал сначала в BCW, там немножко умудрялся, потом в NXT был неудачный заход, потом снова попал в пепел, потом снова здесь уже в NXT выступает, обогнав даже, обойдя NXT. Это же круто, круто. Hey, thanks for having my back out there with Triple H. If it wasn't for you, I might have lost my chance to face John Cena at SummerSlam. No problem. I know you don't have many allies on SmackDown, but from now on, you can trust me to be there for you. I saw what you did out there tonight. That took some guts to put your match with me on the line. Honestly, I'm surprised you did. I wouldn't be where I am if I played it safe. I don't take the easy way out, and no matter what obstacles are put in front of me, I never give up. Hmm. Interesting choice of words. Yeah, well, that's just how I live my life. For me, it's not just a catchphrase to sell towels. And you think that's all it is for me? I busted my ass for everything I have. And will continue to do so until someone has to drag me out of that ring. Guys, you have a match coming up. How about you settle this in the ring? You know what? That's a good idea, AJ. With all this talk about never giving up, how about you put your money where your mouth is? At SummerSlam, how about we make our match a submission match? Не, Джон, давай не надо, потому что не надо, like пожалуйста. I don't play things safe, so you got it. Нет, Фредди. I hope you're ready to dance at SummerSlam, because I'm gonna make you tap. Ну, Фредди, это же наёбсить. Hey, come on, that's enough. Да, согласен. Are you sure that was the right decision? Фредди, одумайся. No, not at all. I need to start learning some more submission moves ASAP. Фредди, какой же ты чертов наркоман? Это же ловушка, ты никогда не был силен в сабмишинах. Просто на понты развели Фредди. Ну что могу сказать? Фредди понимает, что это большой шаг и нужно перестать быть настолько весельчаком. Нужно немножечко поменять свой стиль, потому что Джон Сина это шаг не то что в мейн-эвент, это в мейн-эвент всея WWE. Нужно как-то поменять себя чуть ли не полностью, изменить, чтобы предстать более серьезным, более готовым к Джону Сине. А, видите, Фредди уже выглядит не настолько весельчаком, как ранее. Нет, это слишком не смотрится на нормальном рестлере. Так, дальше. Да, вот, нашел я это. Чуть менее пёстро будет смотреться. Да, но не настолько, чтобы вы не подумали, что это не Фредди. Стиль Фредди он всегда что-то себя заметит. Вот. А что это белое такое? Смотрится как мелко странно. Окей. А, это даже не часть. А, нет, нормальная часть. Ну, интересное сочетание, кстати. Ну-ка. А, заиграл же новыми красками Фредди-то. Ацепт. Конферм. Чуть более деловой стиль, а вот это давайте уберем, это нам не нужно. Ну что, Фредди, как тебе, нравится? Конечно, нравится. Шанс сам же Фредди выбирал. Нужно бы чуть более серьезно подойти с матчем Джон Сина, потому что Джон Сина это все-таки Never Give Up Upper. Это обидеть Never Give Up Upper, это я раз хочу сказать, это что-то невообразимое. Так, ну, шортики, конечно, для петучей. Вот именно вот эти шортики для петучей, понятно, да? Так, дальше, кто бы... Ну, что-то подлиннее, вот это какие у меня и были, да. Так, мешковатые слишком. Ну вот, обычные шорты. Совершенно обычные, берем. Называется Taker. Yes. Совершенно обычно, тут даже менять ничего не надо, именно так оно здесь и будет. Это я же приобрел? Нет, вот так вот. Конфер. Вот, все. И ботиночки. Ботиночки, конечно, Фредди не хотел с ними расставаться. Хотя зачем с ними расставаться? Нет, это основополагающие Фредди. Эти ботинки были почти что с ним всегда. Почти с того самого мексиканцы. Где Мексика его чуть-чуть изменила, так они с самого основания там есть. Давайте только не за что носки поменяем, даже есть, по-моему, носки. Да, у меня же саксы есть. Не, у меня нету саксов, серьезно. Но нет, саксов так и не надо, зачем нам. Нам саксы не нужны. Может перчатки. Зачем? Нет, Фредди перчатки не нужны. Вот, все. А, единственное, что еще осталось поменять Фредди. Очень важная часть.
А это здесь оно и было. Нужно было снова сюда зайти. Так, еще раз. Эдди. Ту-ту-ту-ту. Да, Джон Сина, я тебя скоро нагну, не бойся. Хэ. Фредди понял, что с его оранжевой башкой и бородкой далеко не улетишь, как говорится, стоп, потому что смотрится он не так, как тот, кто сможет победить Джона Сина. Для этого нужно немножечко покраситься. Покраситься нужно, чтобы люди более стали воспринимать. Прям ядовито-черный типа. Во, все, теперь Фредди смотрится гораздо более зловеще. Потому что, чтобы сразить Голиафа, нужно выглядеть чуть больше опаснее. Теперь Фредди реально смотрится просто как убийца. Вы понимаете, как хотите, в каком смысле, но вот просто посмотрите на это. Фредди готов сразить всех и вся. Единственное, что раз уж мы пойдем сражаться с Джоном Синой, нужно какой-то громкий слоган для Джона Сина, который будет у меня на спине висеть и сразу даст понять Джонни Сине, что у него ему ничего не светит. Хотя это не то, мне нужно имя здесь. Да. Только вот что это за знак будет? А, конечно же, я знаю, что это будет за знак. Именно того, кого я и сразил. Пока что самая громкая победа, потому что Шинский Накамура это вообще чмырь какой-то, он неинтересен. А вот Рэнди Уортон, который убийца легенд, который самым молодой чемпионом был. Несколько побед у него было. Значит, сколько он? 20 с чем-то титулов держал. Да. Это будет хороший показатель того, что Фредди, чего Фредди достиг. Он победил саму гадюку. И как в древние времена вешали на стены трофей, так и Фредди повесил свой трофей на свою стену в виде своей спины. Зеленого цвета. Вау, как это круто смотрится. Нет, вот это, да. Еще более даже ядовитый, мне кажется, может. Нет, это... Давайте вернем отмотаем, как было. Вот, это просто идеально. Единственное, что я бы еще бы с этим поиграл. А можно как-то... Эмбл? Нет. Аутлайн? А, это... Нет, это не... А как? А можно как-то передвинуть? Нельзя, да? Ну ладно, меня устраивает, в принципе. Или Стич. А, нет, это мне не надо. Ну, пускай будет так. Танкер. А, посмотрите, посмотрите на эту гадюку. Знак Гадюкин. Гадюкин. Знак Гадюкин, почему нет? Ну что, Джон Сина, ты готов слеснуться со мной в схватке один на один, где я тебя просто уработаю легчайше? Мне кажется, Джон Сина уже испугался и убежал, наверное, в другую страну, потому что, ну... Против такого парня нельзя выстоять. Не, знаете, давайте сделаем вот так вот. Потому что все-таки... Кто знает, возможно, Фредди проиграет Джону Сине. И Фредди это понимает, что если он проиграет Джону Сине, зачем оставаться таким же серьезным? Потому что он, очевидно, значит, стопы не ворвется. Значит, можно снова преобразить себя в тот Ставра Фредди, которая больше понравилась публике, которым... Он больше привык, а не оставаться и не пытаться преобразить себя. Так что теперь у нас две отечки. Ага. Надеюсь, где-то будет выбор, какой аватирками играть. Это. Рэнди. Единственное, что... А, ну хотя... Тут, по-моему, менять-то мне особо и нечего. Антарнейт. Да, все верно. Верно, верно. Погнали! Ну вот мы отредактировали Фреддиса и погнали. А, ну собственно выбора особого нет, Сайлс, что скажешь? Hey, like I said before, I got your back at the pay-per-view, just in case Triple H or Randy Orton try to get involved again. Hey, I really appreciate that. You've been such a big help, which is... I hate to ask for another favor, but... Would you be willing to show me the calf crusher? I don't know, man. That's kind of my thing, you know? Can't be giving out all my secrets just in case we have to face each other again someday. Look, I need help if I'm gonna beat Cena in this submission match. I mean, I'll get down on my knees and beg if I have to. Oh my... Stand up, I'll show it to you. Awesome. I owe you one. Don't worry, I'm sure we'll settle up at some point. Но мы выторговали у AJ Styles
его знаменитый болевой захват, и будем надеяться, что он нам поможет. Хотя, ох, чувствую я, не поможет он мне ни хрена. Так, давайте проверим, что... Так, не то. А, ну, все, ладно, погнали тогда. Проверить тогда. Sorry for how you've been treated by Triple H, but unfortunately, there's not much else I can do to help at this point. Yeah, tell me about it. He's still holding one against me from 5 years ago. Anyway, good luck in your submission match versus Cena. Avoid the STF at all costs. Ну да, собственно, Дэниел Брайан сказал, что он... Чего? А давайте подеремся с Дэниелом Брайаном, интересно. Не надо, я откажусь. Я могу отказаться? Да, вот, не надо. Погнали на самое слэм, что могу поделать. Воу. Ну а где? Ну я так нет. Да, сейчас, конечно, будет мясо. Так, я же остался в моем углу. Это, конечно, прикольно, но это... Он мне подсказывает, что это не поможет мне от Джона Сина. Потому что Джон Сина, это, конечно, тот еще та псарня. Я бы его без ворозов бы победил в обычном матче на удержание, либо Айкуите. Я бы тоже... Кстати, тут нет Айкуита. Тоже бы победил, но не в сабмишн. В сабмишнных матчах это что-то невообразимое. Хотя Фредди такой, ну, что поделать. Действительно, Фредди, согласен с тобой, тут ничего не поделаешь. Тут остается только верить в лучшее. И готовится к худшему. Superstar known as Buzz is here. And his opponent, accompanied by the phenomenal AJ Styles from Ireland, weighing in at 206 pounds, the Freak Clay. Is it me or has this guy's 15 minutes of fame expired? I think it's just you because, just like a good mattress, Buzz's success seemingly has no expiration date. Is that why our chairs have bed bugs, Saxton? Что-то мне подсказывает, что это будет, ой, как нелегкая прогулочка для меня, к сожалению. И вот если я должен must win, то это все, это невозможно. О, отлично, все. Возбивать его до желтого, без проблем. Ты, Джон Син просто такой, блядь, это что, дебил? Клоузлайном, значит, у нас Джохан. Так, и что, сразу отметить? Нет, он сразу добивает нам руки. Это, кстати, очень хорошая тактика, когда нужно в матчах на удержание побеждать, то, соответственно, логично, если у тебя будут отбиты руки, то ты и сабмитить долго не сможешь, потому что тебе будет самому больно кого-то долго держать в захвате. Хорошая тактика от Джона Сина, но она мне не нравится. Потому что он
делает ее против меня. На тебе минус рука. Приятно? Нет, Джон Сина. Если еще Инсигири добавлю. А если еще и вот так вот сделаю. Ураган Хуриканран. На тебе, Армдрак. И по башке тебе. И по голове. На! Вставай, кусок свежего мяса. Дерзкая DDT. Джампинг, кстати, да. Но я бы назвал манки DDT. Просто как обезьяна схватился и уронил. Так, думаешь, уронил Фредди молодец, а вот нет, еще один. Иди сюда. По ножке. По ножке. У меня же сабмишн, как я понял, будет болевой на ноги именно от, от учителя моего AJ Styles. Отличный катер. И ломаем ноги. Ломаем ноги Джохану Сине. Чтобы чем больше у него будут болеть ноги, тем сильнее будет вероятность того, что он настучит, когда я его зажму в знаменитый сабмишн от AJ Styles. Ой, упал на одно колено. А как же не на второе колено? А как насчет огрести от меня Джон Сина? И еще раз. Хуриканрана. Triple H doing? Oh boy, we've seen this before. Yeah, this has Montreal Screwjob written all over it. He's gonna call for the bell. AJ Styles stopped Triple H from costing Buzz the match. И снова мешает нам Triple H. Где Джон Сина? Ага, понял, до красного добить. На-на. Так, не позволяем вставать Джонни Сине. Немножечко его в портере, так скажем, поваляем. Чем бы и нет. И отличный переброс. Просто акробатика. Акробатика мы с Джоном Сином занимаемся. Нате. Может, ты станешь больше сражаться как мужик? Нет, не будешь вставать, не будешь вставать, не будешь вставать. Не будешь вставать на Джон Сина, ладно. Сами его поднимем, чтобы опустить, но с третьего, мать вашу, каната. На, раз, два, и садись. Усадили мы, значит, на третий канат Джону Сину. А что произойдет дальше, мы с вами сейчас и узнаем, как говорится, в одной из интересных передач. Опа! Так, Фредди, что у нас был? Да ну на, это не то, что... Неужели это то, что, о чем я думаю? Франкенштейн, жалко тебе... Ох, это просто величественно было. Опа, посчитали Джона Сини. Иди сюда, Джона Сини. Хочешь, иди сюда, если еще раз посчитаю. Опа, посчитали, третий раз. Последний раз посчитали Джона Сину и на... Нет, не хочет остановить. Ладно. О, нет, захочет он остановить Джона Сина и на тебе по башке. И... Не прошло мы, к сожалению, Сигна. Это очень может быть печально, но не сейчас. Мы сейчас контролируем ситуацию, что с Джоном Синой происходит, так что будем избивать его, пока не надоест. И знаменитый вертолет мы запустили прямо в Джону Сину. Удачно. Так. Чего? Despite Triple H's best efforts to impede your progress, you have accomplished amazing things on SmackDown. I've been so impressed that I think the Raw audience also deserves to see what all the buzz is about. So that's why I've negotiated with Daniel Bryan, and we were able to agree on a special one-time trade, sending you to Raw immediately. Well, I can't believe it, but the Raw GM has spoken. Buzz is headed for Monday night. Oh, it's true. It's damn true. I wish I could say good riddance, but we'll be right there with him. Ну, поздравляю Фредди с приходом на Ро. Не знаю, поздравлять, либо не поздравлять, потому что для меня SmackDown был всегда круче, чем Ро. Ну, Фредди, в принципе, рад, потому что все-таки это как-никак новая глава. Хорошая она или плохая, неизвестно, но новая. Так, что нам еще поведает эта история? Кто покусится на Фредди? Фредди уже доказал. И ой-ой-ой. Элиас, серьезно, после Джона Сина Элиас. Ну, ладно. Моя карьера преподносит очередные сюрпризы, но... Так, 5 сообщений, все это, конечно, интересно, но я уже планировал заканчивать. Но перед тем, как я закончу, у меня почти что 50 уровень. Почти что 50 уровень. Представляете, насколько я хорош? Я хотел бы кое-что вкачать. Не вкачать, а кое-что открыть. Как открыть лутбоксы, господа? My tower, my statistics? Нет. Новости.
А, А, вот, Wood Pack Store. Давайте посмотрим на пакетики. Так. А сколько у меня? 2 и 11. Давайте самый-самый мажорный. Что это и самый мажорный? Boost Pack. Boost Pack, Boost Pack. Шавопер. Давайте вот это откроем. Трешик такой. Yes. Так. И баба. А, интересно. Хорошо, берем. Ну, все равно. А тут нет, да. Тут нельзя все равно отказаться. Это на демонстрация, понятно. Зря я нажал на демонстрацию. Да? А, это все, мы пропустили. Хорошо, давайте вот это возьмем. Main Event Pack. Вот это хорошо. Берем Main Event-овский. Бам. Knee Lift. Понятненько, понятненько. Belly to Belly Suplex. А, Belly to Belly. Понял. Сестра Бигел, это как обычно, если серьезно. Понятно. Хорошо. Такечки немного бесполезные, но пускай будут, пускай будут. Так, давайте что-нибудь, это самое дорогое, да, что тут есть? Давайте вот это возьмем, комбинацию. Ооо, ага, буст реверсов. Вот это, кстати, буст реверсов, это очень может быть полезно. Я бы побольше бы взял бусты себе. Где этот пакетик с бустами есть? Здесь пакет с бустами? Айкониксы, кик-офф, прайм тайм, мейн ивент, шоу-офф. Во, буст пак. Самый мажорный хочу, да. Я хочу реверсал буст. Желательно пожизненный. Так, это не то, что мне надо, но лишним не будет. Что у меня еще по... У меня еще... Я могу пакет себе открывать бесконечность приблизительно. Ладно, давайте еще для... Так, что у нас тут? Что это за Iconics? Где Iconics? Это Icons Pack. Давайте откроем. Что там будет лежать? Наверное, одежда. Думаю, одежда там будет лежать. Да, одежда. Так себешная одежда, на самом деле. Но почему бы и нет. Вот этот топ Барон Корбин, он прям аж золотой. Типа самый мажорный. Ладно. Буду знать, что у него оказывается мажорный пак. Icon пак еще один открываем. Да. Я реально могу очень много пакетов пооткрывать, но правда в этом смысла особого не вижу. Потому что историю Фредди мы... О, кстати, джекет хорош. А можно как-то посмотреть костюм, как я буду уходить без костюма, как бы странно не звучало. Так, все, давайте еще один комбинацию пак откроем, и думаю, на этом раскрытие пакетов закроется, потому что интересно, конечно, но не сильно. Нагилки, понятно, понятно. Legendary, прям Legendary. Так, все, выходим отсюда. Ну, Фредди такой, ну, что ж поделать. До сих пор новичок, серьезно, руки. Уже почти 150 уровень, руки. Прям вот руки. Так, давайте бусты подрубим. В частности, бусты вот на сколько? 75% чего? Так, это, во-первых, не оно. Во, у меня есть большой буст реверсов. Вау! Плюс 15, ну это много. Ну, это прикольно, это хорошо. Бусты это очень даже. Но я думаю, пока мне это не особо надо, потому что у меня ЛС дальше, так что мне уж точно терять будет нечего. А я могу прокачаться, кстати? Давайте посмотрим мою статистику, раз уж мы в этом меню оказались. Челленджи. Что у меня по челленджам? Ага, то есть я вообще ничего не помню. Круто. А тут есть открытые мной уже или тут нет вообще ничего? Ну вот, я использовался. А, понял, понял. Тут Глори всякие и тому подобное, то есть. Моя карьера тут... Да, тут нету моей карьеры, есть только башенки и ротоглори. Понял. А, ну, собственно, да, my player side plays. Интересно. А в чем? Ладно, одно и то же же, нет? Так, левел. А, ну, собственно, да, руки скоро закончатся, и я, видимо, перейду на более мажорный левел. Видимо, суперстар обычный. Уже не новичок, а прям суперстар. Думаю, вскоре уже и будем сражаться за... в башенках. По крайней мере, вот этот, я думаю, я пройду вообще легчайше. Но это уже будет в следующих видео. А пока что... Дас-дас!